Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Здорово. Передай своим. Здорово. Да, когда не слышал, там новый трек вышел вчера. Называется Hustle, bitch. Ебой. Если вы его не слышали, то послушайте срочно. Ну, братан, я же общаюсь с Кизару, братан. Че как? Hustle, man! У меня давно уже закончилось. О, блядь, кефирчика, сырка нахуй. А сегодня ходил, бра. Юста на месте, брат. Зачем очень долго у меня история? Знаком, как бы. У меня братуха, вот, я так скажу, вот этот трек про Леху написал чувак, который вроде он даже с участником Зачем был. БТК, там вот Зачем, вот их туса была. И вот минус к треку про Лехи, про Леху написал он. Он вообще сейчас бешеный какой-то, блять, битмарик в Европе. Привет, солнце. Сейчас, короче, бутерброд с индейкой сделаю. Бля, куда ты телефон? Сюда поставлю. Сейчас бутербродик сделаю, бля. Да та же кухня, брат. Ну люблю я пожрать. Что ты сделаешь так бы, блядь? Ну да. Обычно просто занят и не до прямых включений, брат. Брат, ну кухня как кухня, брат. Говорил уже. Мне главное, чтобы квартира большая была. Понимаешь? У меня свои потребности там, о которых, к сожалению, не могу вам рассказать. Спасибо. Девчонки любят хавать. Поэтому я люблю общаться с девчонками. Понимают толк в еде. Пау-пау-пау, да, брат? Ебой! Кучеру привет большой. Если это тот братух, кто я думаю, братуха, я вот на всю жизнь, я раньше в баскетбол играл, Дима Кучер пиздец круто играл, он, по-моему, в ЦСКА занимался. Я скажу, один раз он меня такого горшка поставил в игре, что я до сих пор помню. Братан, я к своим подписчикам отношусь охуенно. Если посмотришь, я один из немногих, кто старается вам хоть как-то отвечать ВКонтакте. Конечно, всем не могу отвечать, но, блин, вот когда есть время, стараюсь хоть кому-то что-то ответить. Правда, знаете, как получается? Один раз ответишь, а потом, короче, ну,
Ну, а потом перестаешь, и на тебя обижаются. Бля, вы поймите, просто, ну да, есть время тогда, это. Питер не свой. Да собираюсь, брат. Собираюсь, брат. Сейчас. Бля, жрать, да, брат. Нельзя делать стелек на голодный желудок, брат. Знаешь, перед тем, как сейчас зарядиться хорошо стельком, а хорошенько пожрать, я не могу вообще. Не могу раскуривать, короче, на голодный желудок вообще никак. Нож, блядь, ну у меня есть нормальные ножи, как бы, но они грязные, блядь. Вообще здесь полный пиздец. Посмотрите тут, блядь. Ой, блядь, да. Понимаете, о чем я говорю? Тут как бы, блядь, просто хоть место, блядь. Забатли с Ригом. Привет, зайца. Скизар, да, думаю, будет работа, брат. Зарабатывай на Рокс Казино и получай гарантированно быстрые выплаты. Только здесь лицензионные слоты и огромный бонус на первый депозит 100 тысяч рублей. Оперативная поддержка 24 часа в сутки. Теперь это идеальное казино, посетив которое можно не только замечательно развлечься, но и выиграть крупную денежную сумму. Скорее приступай к лучшим игровым автоматам и наслаждайтесь высоким качеством сервиса. Ссылка в описании. Скизар, да, думаю, будет работа, братан. Братуху зовет, что в Испании. Я вот с удовольствием тоже думаю к нему сгонять, нахуй. Щит за говно тут, блядь. Привет, давай. Да, вчера смотрел видос, короче, вечером. Там, типа, пацан... электрички поет. Или, блять, где-то во дворе. И у него песня там что-то. Смерть мусорам, свободу ворам, короче. Бля, и там на него так доебались в комментариях. Просто сказал, бля, парни, это же песня, это малой пацан. А, как бы, чему вы научили, то он и поет, ебать. Все так осуждают, блять, мелкий щенок знает, о чем поет. А ты, брат, что сделал для детей в нашей стране, как бы? Ты пошел, воспитал, научил, как бы. Да и вообще, это песня, брат. Это песня, брат. А вообще, когда я слушаю, а у Битбол пиздец, у него такой голос, я аж расплакался, отвечая, как баба рыдал. Хуёв, ни помидорчиков, ни огурчиков не осталось, придется так есть, ёпта. Зататься на руке, это брат обычный, вообще это брат Кадыров, короче, вот он с пацанами. Не, что, это, конечно, это обычно подозреваемый брат. Я вот всю свою жизнь был обычным подозреваемым, если понимаешь, в чём я. А, брат, сколько рэпом занимаюсь? Ну вот насколько себя помню. Фильм. Да, это фильм был такой. А. Фильм, кстати, вообще, да, фильм очень ровный и классическая там сцена в конце с Кевин Спейси. Да вообще там актеры крутые. Ахмат Сила на самом деле. Что, у меня Ахмат там где-то? Нет, по-моему, брат. А, да, есть Ахмат, ну, блядь. Спасибо, солнышко, ты тоже. Все за одного, один за всех. Знаешь, наши пацаны, все за одного, один за всех. А, и этот, если что, там, раскачайте этот новый рэп, чтобы они запостили новый тречок. Если вы поддержите Обика, напишите сейчас новый рэп и закиньте им новый трек, пожалуйста, в комментарии. Я вам буду очень благодарен. Но.
если вам зашел новый трек, и если вы хотите через неделю получить трек еще лучше, прямо сейчас напишите на новый рэп, скиньте туда этот новый тречок, как бы, и все. Также вы можете это сделать, написать мне, там, если вы хотите добавиться в друзья, там, или еще что-то. Сколько у тебя комнат? У меня 2 солнца. Да. Что-то они на меня этот... Не знаю, что-то они, по-моему, на меня обиделись немного. Не знаю. Посмотрим. Я, конечно, как бы, блядь, мы работаем с тем, что есть, но ебаный в рот. А новый рэп, там много хорошей публики, знаете, потому что ну, на рипе более молодая публика, которая просто заходит и срет всех подряд. Там, знаешь, там смотришь, там любую запись, там они все срут, им ничего не нравится, знаете. А вот в новом рэпе там все-таки как-то более взрослые. Вот. Так что этот, если вы поддерживаете это дерьмо и как бы хотите нового дерьма через неделю, а вот это вот дерьмо, например, которое сейчас играл, может легко выйти, запастите сейчас это дерьмо. Спасибо вам всем, как бы, я вас всех очень люблю, ебой, ждите нового дерьма, качайте новое дерьмо.